Мир, каким мы его знали, рухнул. Джош! Все о тебе беспокоятся. Стой на месте. Как ринтовирус. Его комп до сих пор в сети и рассылает всем почту. Пожалуй, кто-то должен отключить компьютер Джоша. Я сгоняю. Компьютер был здесь. Покупатель должен мне 100 баксов. Зачем пишешь мне на мыло? Я пишу? Да мы вообще не знакомы. Это от Джоша. Откуда эта гадость? Не знаю, все было там. Как ты мог показать мне такое? Это комп твоего друга. Вы всерьез верите, что вокруг вас бродят призраки? Я ничего не придумала! Что? Не хочу делать это сам! О, Боже. Почему не отвечаешь, Зик? Мне нужна помощь! Почему ты не предупредил? Почему? Весь чертов город съехал с катушек, и что? Вы притворяетесь, что это чепуха? Этой дряни каюк! Люди мрут, как мухи, надо ехать срочно! Нужно спастись в мертвых зонах! Они захватили сети всего региона. Над этим Джош работает. Он создал вирус под ее конфигурацию. Где ваш сервер? Ерунда, это все бестолку. Скажи, где он? Сервер в подвале компьютерного центра, но не важно. Пусть даже удастся подключиться. Кто сказал, что вирус сработает? Но воля к жизни неистребима. У нас. Но и у них.